Они денутся, как сказать, они, знаете, как кто, я не помню, по РБК сказал замечательную фразу, говорит, ну вот, как бы они не соглашаются, тупик, они не соглашаются на данную цену, да, газа, что делать? Надо вообще просто бросить там кто-то из сидящих, бросить, в принципе, с ними разговаривать, зачем, ну, зачем они нам нужны? Мы можем без них обойтись, да не можем мы без них обойтись, мы можем разговаривать так, как диктует нам ситуация, так, как нам выгодно. Это если, так сказать, отбросив, да, эмоциональную всю составляющую. Ну, в общем, я ничего как бы нового не сказал, ну, вот так вот, да.